Верно, во всем наверное. Я думаю, это уже надежда подробно. Так нет, я плохо понимаю. Нет, если по вашему проекту предусмотрена водоэмульсионная краска, так почему здесь натяжной потолок-то? Либо здесь не написано, не надо нам тут потолка вот этого брать. Это не улучшение, улучшение, поймите, это возможно. Давайте, мы зафиксировали это все дело. Да, все понятно. Правильно, правильно. Будем дальше отвечать на эти вопросы. В туалет будем? В туалет будем записывать? Я сейчас сниму. Не снимаете? Так я не снимаю. Да. Да. А плитка... А, ну да, плитки нигде нету. Ничего у нас нет. А, да, у меня тоже так же в ванной плитка все должна быть. Вот трещина тоже. Где трещина? Вон трещина. А здесь нету, да, натяжного потолка на потолке? Тут, в комнате, а там, наверное, нет. Ага. А в более муниципальном контракте неправильно. Где он? Да вы что, нельзя? Вы же на него ссылаете. Вы ссылаете на эту бумажку. А трещина на потолке давно образовалась? Давненько. Вот видите, уже какие трещины. А, ну да, вот тоже трещина. Ну да, возможно, натяжным потолком. Есть вероятность, что натяжным потолком мы закрылись вот эти трещины, да? Конечно. Потому что здесь у тебя есть. Конечно. Почему они там не могут быть? Так и. Хорошо, он приглашает вас. Пойдемте сюда. Пойдемте. Так, а этот ты не будешь смотреть? Там где трещины на первом этаже. Доходишь сюда, там второй.